кавалерия, то есть ударная сила. Пайплайн можно построить в онлайне, если там было очень сложно. Ребята, а мы вам не ту скинули модель. Прилетели там, провели с ним 3 дня, повеселились. Всем привет! С вами CG Magazine, и мы продолжаем вас знакомить с интересными людьми индустрии CG. Сегодня у нас в гостях Кирилл Дмитриев, основатель и продюсер студии Cavaliers. Ребят, всем привет! Ну что, у нас формат такой беседы, у нас 3-й сезон CG Magazine, нужно удивлять, и мы сразу заходим с козырей. Мало кто вас знает, но все знают ваши работы. Это вот тот факт, когда самих людей мало видно, а работы гораздо более популярны, чем вы. Расскажи, как так получилось, почему кавалеры, где сударыни, и как у вас это вообще все так повернулось, получается, год, да, назад? Да, ровно вот. Как возникла идея, почему именно только онлайн, почему не вручную, хотя вроде бы подойти к человеку и сказать, делай нормально, гораздо проще, чем общаться онлайн. Как? Ну смотри, получается, это 2 вопроса. Первый, наверное, почему кавалеры? Да. А второе, почему онлайн? Да. Если говорить про кавалеров, то тут идея заключалась не в том, что это кавалеры как партнеры дам на балах, знаешь, Cavaliers — это кавалерия, то есть ударная сила. То есть, когда они справляются, пехота простая, приходим мы и всех спасаем. А-а-а. То есть мы, да, изначально строили то, что мы набираем сильных людей, сильных специалистов, которые могут решить очень сложные задачи. Без каких-то там условных простых роликов, проходников и остальное. Угу. Вот. Почему онлайн? Потому что сейчас пайплайн можно построить в онлайне, и все будет прекрасно работать. Главное, чтобы соблюдать дисциплину и выстроить коммуникацию так, чтобы информация не терялась. Ну, у вас в кавалерах такая железная дисциплина, раз у вас так все. Ну, стараемся, да. То есть, по крайней мере, мы очень много времени уделяем проработке пайплайна, его улучшению, обсуждению этому, чтобы всем было комфортно работать и так далее. Но еще главное, мы пытаемся набирать людей, за которыми не нужно следить. Там никаких тайм-трекеров, знаешь, там никаких... Ну да-да-да, которые типа каждую минуту у монитора следят. Да-да-да, мышка там, километраж мышки, ничего такого нету, да. Ты говоришь насчет сильных специалистов, но как у малой студии, ну, точнее, начинающей студии появятся сильные специалисты, то есть как вы их заманите? Как у тебя получилось так, что ты привлек настолько сильных ребят, которые могут просто выдавать результат за сжатые сроки? Ну, изначально мы и собирались как бы людьми непростыми, так сказать. Так. Вот, то есть первый костяк был там, кто вот у нас был, это был Рома Тихонов, который, кстати, делал весь дизайн, весь бренд. Это Илья Капустин, ну и остальные, то есть я там был среди них. Вот. А сейчас просто пытаемся работать с хорошими людьми, знакомиться, общаться, то есть и выстраивать именно такую атмосферу в студии, чтобы к нам просто с нами было приятно работать людям, в том числе, ну, не условно, высокого уровня, которым надоели бюрократия там и непонимание. То есть вы на честном слове просто работаете? Бюрократия, говоришь, надоело? Или типа вот эти все проволочки, связанные с управлением? Всякие, да, проволочки, связанные с управлением, и когда не выставлен пайплайн, это же очень всех сильно расстраивает, когда все идет через одни места, да, вот как раз этим мы стараемся привлекать людей. Раз сильные ребята, сколько ты сам уже в графике? У нас потому что в основном ребята, которые начинают свой путь в графике, кто уже крепко в нее, в общем-то, засел. Как ты начинал, чтобы достичь такого уровня, чтобы к тебе такие же ребята тянулись? То есть у вас как-то это с детства было, я не знаю, вы там со школы начали? Нет, получилось так, что изначально я пришел условно, можно говорить, первые мои шаги в нормальной графике, это был 2013 год. Это оперативка на России 1, то есть потом это я перешел в отдел дизайна. Ну, бродкаст, который уже оформляет это все. Да, и дизайн, и бродкаст, и инфографика, в Меркаторе работал, получается. Потом был начальником отдела дизайна, в итоге перерос в продюсера. То есть был вариант идти либо в арт-директоры, либо в продюсеры. Но на том же канале, типа, просто выше по... Просто как-то надо было развиваться же. Но. Вот. Из лида надо было идти либо там в арт-директора, либо в
тимлид, точнее. Да. Либо в продюсере. У меня получилось больше по управлению, как бы я до графики тоже работал в управлении, поэтому я пошел в продюсирование. Вот. И в какой-то момент я работал как вольный продюсер на разные студии, и получается, что я работал с разными людьми. И оттуда понахватал контактов просто. Да, конечно. Просто я с многими работал, с кем было комфортно работать. Мы там договаривались, дальше делали проект. С кем было некомфортно, с теми мы расставались. Я за свою именно карьеру продюсера, как именно вольного, переработал с кучей людей, с кучей там... как сказать, топчиков, как говорится, и средняков. А можно, да, имена эти называть? Или до сих пор еще НДА висит, который там на 50 лет можно будет снять только? Слушай, ну я не знаю, так как я работал на другие студии, я не знаю, насколько это... А, ну понятно, да-да-да. ...раскрывать, насколько это хорошо, поэтому давай оставим. Потому что это были разные люди. Окей. Дальше. Насчет работы в онлайне мы поговорили. Вы вышли на рынок. Как вы нашли первый заказ, тебе там кто-то написал, ты сказал, слушайте, теперь я вообще самостоятельная личность, у меня есть свои ребята крепкие, я могу вывести все сам. Или как получилось найти первый заказ? Вот этот сложный вопрос по поводу первого заказа, потому что когда мы основали, то есть именно когда мы создали бренд, это был год назад, у нас мы уже до этого формировали какой-то пул работ в портфолио, чтобы... А чтобы было что-то показать, чтобы было, да, чтобы когда мы запустили сайт, когда мы запустились, у нас уже были работы, и мы не с нуля начинали. И поэтому мы, конечно, договаривались с агентствами, договаривались с заказчиками, что мы выкладываем эти работы под новым брендом. В принципе, никто не возражал. Вот. То есть они так просто соглашались, типа, окей, типа, главное, чтобы у меня все было готово. Ну, понимаешь, тут такое дело, что мы работаем уже в основном с агентствами. А у нас студия, у нас не агентство. То есть мы указываем, что вот это агентство такое-то, вот заказчик тот-то, тот-то. Это нормальная история как бы для студии, мне кажется. Ну, это звучит интересно. По крайней мере, что у вас так очень все подготовлено. Но это, видимо, сказывает твой опыт в управлении, что вы типа планомерно занялись этим. Взяли ребят, которых типа ты уже испытал, и просто ворвались на рынок. Ну, получается так, да. Нам на почту приходит очень много писем, и нас спрашивают, если вдруг вы будете брать интервью у Кавалеров, а так получилось, что мы его уже берем, спросили про очень большой проект «Северсталь». Очень длинный ролик с очень гигантскими пролетами сцен. Насколько это было тяжело, сложно, сколько там людей было задействовано, как это вообще все происходило. В общем, расскажи, насколько это было тяжело в качестве исполнения и управления. Ролик «Северсталь», получается, ему примерно год. Мы его начали делать в начале ноября, а сдали, по-моему, 12 декабря, что-то такое. Это если я не ошибаюсь. Полтора месяца, ноябрь, декабрь или там? Там получилось так, что да, с предпродакшном это было полтора месяца, и это было от агентства «Меркатор», мы делали с «Меркатором». Там было очень сложно, потому что там была куча графики, и это был, наверное, один из последних наших проектов, после которого мы перестроили пайплайн, потому что там мы... чуть подгорели на самом деле. Это вот первая тест-проверка была серьезная, да, вашего? Нет, как-то у нас до этого были сложные проекты, большие. Просто на «Северстале» там получилось так, что там было очень много... то есть там как бы была одна локация, условно, которая была разделена на много-много частей. Да, там прям разные типы. И когда менялась какая-то одна часть, получается, что надо было менять чуть ли не все остальное. Ну, то есть, условно, меняется там третья какая-нибудь сцена. Ну, там было, по-моему, четыре блока было. Например, третий блок меняется, значит, всю сцену, где он встречается в этот третий блок, надо тоже было перерендеривать. Потом получается, там коммуникация. Народу там было не так много, по-моему, там было человека четыре, мне кажется. Четыре человека, full CG ролик на 4 минуты? Да. Это на самом деле наша сильная сторона. Что мы можем делать длинные ролики. У нас почти все ролики такие, там, четыре, по пять. Да, это я заметил. Тот же, например, «Интеграл» мы делали, там было больше, мы делали его 2 месяца, но там тоже было человека
4, наверное. 5. Офигеть. Ну, это... именно, знаешь, я имею в виду, кто делал CG-графику, в смысле, эту, ну, сложную 3D. Ну, я понял, да, сами. Плюс там 2D-титры, плюс анимация 2D, это уже, как бы, ну, еще два человека. Да-да-да. Да. Полтора месяца full CG-ролики. Да. Это какие специалисты у вас есть, Тать? Потому что ты говорил про Капустина и... Кто еще из тех ребят? Ну, мы их можем в ссылке в описании оставить, да, без проблем, да, да. Типа на каждого отдельного специалиста и на вас тоже. Mm. Просто сколько они уже в графике столько работают, если они могут типа настолько объемные проекты закрывать? Ну, получается, вот у нас, ну, наш основной боец — это Илья Капустин. Mm-hmm. И мы так выстроили работу, то есть и там с менеджментом, с подготовкой сцен, что мы сразу готовим сцены под анимацию. Ну, то есть, вот мы делаем концепт, мы делаем стил. А, ну да, я понял. Вы сразу создаете сцену, оттуда рендерите стилы, показываете заказчику, да. Он такой, типа, о, люблю. А вы такие, а тут уже анимация. Ну, как бы, показать. Да, то есть мы можем брать эту сцену, отдаем ее сразу человеку, аниматору, ну, как бы, генералисту, и он в ней уже работает. То есть, прям, там настроен компост, настроены материалы, все настроено, без лишних, там, слоев в фотошопе, там, условного, еще чего-то такого, да? А, ну, это вот за счет чего скорость берется, я понял, да. Да, есть такая еще история, которую пытаемся внедрять, это принципы производства, кайдзен, это японские принципы производства, и там много-много всяких фишек, которые можно использовать, в том числе и CG, потому что в CG, если брать жизненный цикл сцены какой-нибудь, он, в принципе, состоит из одних и тех же деталей. Ну, там, моделинг, аниматик. Ну, да-да-да, это стандартный, базовый. Вот. И если мы, например, берем такой принцип, как потребитель — это следующий процесс, то есть, я объясню, например, у нас есть генералист, он делает анимацию, и он является потребителем сцены, которую ему отдает арт-директор на производстве. То есть он смотрит ее, если ему все понятно, он ее берет в работу. Если ему непонятно, неудобно, как бы мы дорабатываем. Да. Вот. И поэтому так в начале мы тратим больше времени в начале, чтобы у нас все нормально функционировало, чтобы потом в процессе работы все нормально себя чувствовали. И... Получается, у вас дедлайнов вообще как таковых не существует. То есть у вас есть четкий процесс продакшена, потом вы там на постпродакшн уже, ну, явно выделили какой-то момент. И вот нет такого, что после права клиента вам приходится все переделывать, и вы не горите в дедлайнах вообще. Смотри, как клиенты бывают разные, правки бывают разные, понятно, да? И бывали такое, что нам приходилось переделывать много чего, но мы стараемся изначально закладывать то, что мы будем переделывать, скорее всего. Это изначально уже все риски. Да, да, и поэтому мы пытаемся настраивать так сцены, чтобы они работали, ну, то есть если ты там что-то поменял, то у тебя все не разваливалось. Допустим, тот же вот, если брать ролик «Интеграл», там у нас был аэропорт, который в процессе ролика менялся. То есть там как бы сама суть заключается в том, что эта компания «Интеграл», она избавляет аэропорты от пробок людей. Ну, чтобы там не было узких горлышек, когда они там создавались толпы. И он у нас эволюционировал, ну, в порядке того, как мы решали проблему. То есть у нас там, например, зона этого чекина, там, ну, все, да. И получается, что это должен был быть один и тот же аэропорт, только с разными, то есть, например, в начале ролика он там 4 блока плохие, в конце ролика 4 блока хорошие, да, и они постепенно должны были меняться. И получается, что, например, если такие ситуации были, мы делаем ролик, делаем, и они говорят: ребята, а мы вам не ту скинули модель этого киоска. И получается, что нам нужно переделать эту модель киоска во всем ролике. Во всех, которые входят. Да, мы как бы заранее это предусмотрели, все ссылки сделали на X-Ref условно. Там, то есть мы меняем один, он там закидывает модельку в X-Ref, и она меняется во всем ролике. И то есть ты просто ставишь на перерендер и как бы чувствуешь себя спокойно. Ну, условно спокойно, но без этого. Чуть-чуть себя обезопасил. Да. И вот таких моментов. Ты как бы смотришь, это просто приходит с опытом уже, наверное, когда ты понимаешь примерно, где могут быть проблемы, и эти проблемы пытаешься решить заранее.
Это все, получается, арт-директор решает? Или тут уже вы вместе как-то обсуждаете на этапе согласования? Ну, когда, типа, бриф прописываете, и вы такие, типа, а вот куда вот это добавим? Нет, я думаю, что это уже в этапе, когда производство. А, когда уже, типа, уже засели, такие, слушай, тут может столько проблем вылезти, давай-ка лучше тут. Да, все. Потому что как, инфографика такая тема, когда там нужно показать не только красиво, но и типа, правильно еще. Если ты показываешь неправильно, то от клиента будут правки скорее по смыслам, чем по дизайну. Поэтому вот эти вот все фишки, когда ты там, чтобы там линия шла именно вот отсюда вот до сюда, потому что по-другому она идти не может, и как бы это все поймут, что мы профаны. Давайте вот только так должно быть. А вы, получается, приглашаете каких-то еще сторонних специалистов для... непосредственно производство, либо когда погружаетесь в тему. Ну, вот я знаю, допустим, на своем примере, когда какой-то ролик приходит, ты должен сначала погрузиться в тему. Если ты там делаешь какие-нибудь там монтажные листы у меня были, типа, которые профнастил и вот эти все штуки, типа, тебе нужно чуть-чуть понимать в стали, понимать, типа, какие вообще могут быть виды и как, типа, она может загибаться, чтобы ты в ролике не накосячил. Насколько у вас идет погружение в тему, потому что с такими большими роликами, мне кажется, надо очень досконально это все изучать, и это тоже занимает время. Да, это все на этапе предпродакшена, и мы очень много времени общаемся с клиентом. Прям очень много. То есть прям постоянная переписочка? Да, ну, например, из таких, если мы не говорим про агентство, да, например, с перекатором, там понятно, например, там режиссура с их стороны, с нас стороны продакшн. А если мы берем из последних роликов, это вот большой был интеграл, там получилось так, что я летал в Ригу на несколько дней. Вот, и там на месте общался с ребятами. Которые тебе непосредственно все это показывали? Да, показывали, рассказывали. Просто у них такая история, что так как они продают большие системы, они привыкли работать так, что он просто в любой момент, как на работу летает, там, может в Казахстан слетать, может в Якутск. Для них это обычная история. Это как бы, знаете, как на троллейбусе проехать. Поэтому что-то прилететь с Москвы в Ригу, почему нет? Вот, и мы прилетели там, провели с ним 3 дня, повеселились, поехали обратно, и нас закрыли на локдаун. Ну, мы как раз вот и сели пилить, да, этот интеграл. И там, да, там ты, получается, полностью изучаешь весь процесс, вообще все досконально, кто, ну, что откуда идет, ну, почему да, так. Да, да, да. Следующий ролик у нас был, который сейчас еще не вышел. Смотрите, он вышел, просто мы его еще не оформляли. Это было для Магнезита. Эти цели объединяют нас, чтобы вместе созидать. Там... Так, что-то интересное. Ребята, инсайдерская информация. Ну, там вообще производство плавленного переклаза. Что это, я не знал до того момента. Это такие огнеупорные материалы, которые используются для строительства печей. И там нужно показывать было весь путь, как бы, от где они его добывают и до момента... От карьера до финального изделия. Да, а там они открывали новый комплекс по производству, и там надо было показывать весь комплекс. То есть мы моделили весь комплекс, летали по этому комплексу и так далее. Ну, и в итоге, так как я писал сценарий к тому и к другому, получается, к Магнезиту, я просто могу уже, мне кажется, приехать в эту садку Челябинской области и рассказать всем, провести экскурсию по этому ролику. Также сейчас мы делаем для одной крупной IT-компании ролик. Там про защиту, про шифрование, про все это тоже могу рассказать теперь. Я понял, что ты настолько погружаетесь, что, ну, тем более, если у вас еще такой пайплайн, то, типа, тут вообще не может никаких ошибок быть. Да, да. Не, ошибки у нас всегда бывают, просто они не такие кардинальные. То есть они не приводят к тому, что у нас там люди умирают. То есть последний раз, когда у нас был жесткий дедлайн, прям вот, горели все. Это был Северсталь, да, после этого мы там перестроили все. И сейчас мы смотрим назад и думаем, блин, как мы тогда работали вообще. Выжили как-то, выжили. Да, как мы успели, там было 3 недели на все про все. Мы коснулись чуть-чуть буквально этой темы. Ты сказал, что вас буквально совсем чуть-чуть это задело, когда вы начали работать над интегралом. Весь мир погрузился в эту самоизоляцию. На вас, я так понял, это вообще отразилось только типа... Ну, окей, я просто посижу дома чуть подольше. Ну, онлайн-студия, типа, так и быть. Или вас это все равно тоже вас это коснулось, даже с учетом того, что вы все и так работаете онлайн? Ну, как бы это коснулось всех, потому что заказчики-то были у всех. У нас же, кроме инфографики, у нас 2 было основных направления. Первое — это
инфографика, а второе — это форумы, выставки и... Да-да-да, вот как раз у вас первая работа, которую вы заливали FFF, на... да, по-моему. Да-да-да. Да, вот, вот из этой серии. Поэтому вот получается, что все форумы, они отменились. Да. А мы, получается, делали, у нас была договоренность на несколько форумов, на оформление. Ну, как уже бы получается там март, апрель, май, вот ну, это как, вот все. Я понял, что будет как бы отбой уже в начале февраля, а. Потому что отменили тогда, по-моему, называется РИФ, Российский инвестиционный форум, Российский инвестиционный форум в Сочи. И там была такая тема, что... Там, по-моему, условно, там 2,5 тысячи участников, из них 800 из Китая должно было быть. О, и как удобно. Сразу, и они сразу сказали, типа, нет, его не будет. И все такие, оп, ну, то есть... То есть гора контента просто. Да, да, да. А, вот его отменили, я понял, что, скорее всего, если это отменили, то отменяют все остальные. Да, да, у тебя вот. По цепочке, наверное, это будет нарастать. Там уже напряжение возрастало, а потом, как бы, ну, потом все понятно. Стало, что мы, как бы, не будем делать форумы в этом году. Если сосредоточились на инфографике, там, на движках и на всем остальном. Ну, то есть у вас легко это переключение произошло? Ну, то есть, понятно, это сначала резко, mm-hmm. а потом вы такие, окей, мы, типа, мы ребята сильные, все-таки кавалерия, и такие раз переключились. Ну, по сути, как бы ничего не поменялось, в производственном процессе не поменялось ничего, кроме того, что я приехал из города просто за город. Сел на даче. Это единственное серьезное изменение, которое произошло. Я просто туда там перевозил два дня вещи, все просто сел на этой даче, как бы, и никуда не выходил. Я хотел еще поговорить насчет рабочих инструментов. Ты вот упоминал некоторые X-рефы и еще некоторые. Для онлайн-студии, скорее всего, вы используете не только там Trello или какие-то там Miro. Ну, в общем, как ваши люди там, или даже фрилансеры, которых вы там на проект нанимаете, как они знакомятся вот с тем невероятным объемом информации, сцены, референсы, вот это вот все-все-все, как они с этим знакомятся, как вы их погружаете в эту систему, у вас там свои, может, какие-то инструменты вы уже написали, или вы, короче, что можно посоветовать нашим ребятам, если вдруг они не знают, как управлять проектами? Знаешь, такая вещь, что на самом деле... Мы пользуемся вообще стандартными инструментами, которые пользуются все. Это Telegram, Miro и Notion. Все как бы. Ага. Notion можно заменить Google условными какими-то таблицами или документами. Угу. Главное здесь не в инструментах, которые ты используешь, просто инструменты, как бы это просто, как сказать, инструменты. То есть, ну, когда да, должна да, быть помогает. Идея. А сама идея заключается в том, что все должно быть у всех одинаково. То есть, То есть у вас какое-то общее облачное хранилище кавалеров, куда вы там... У вас Dropbox, конечно, да. Вот, я имею в виду другое. То есть у всех должно быть... Тут человек приходит на проект, да, новый, он должен знать, что файл берет отсюда, кладет сюда, называет его только так, никак иначе, там, и формат вот такие... Скидываем вот сюда, онлайн с 11 ну, до 20. То есть это как памятки, да, вы да, такие? Да, да, да. Все, ты туда входишь, и все как бы. И в итоге человек вклинивается в продакшн, ну, в смысле, входит туда. Ну да, буквально там за день со всем знакомится. Ну, и да, уже... да, за пару дней. Потом ему менеджер напоминает о том, что ну, не так назвал, не туда положил, бери отсюда, возьми туда, как бы, и все. И мы там... Больше никаких секретов, по сути, нету. Так что, ребята, делайте правильный нейминг, и все у вас будет хорошо. Да, да, я нейминг. То когда входят там эти некоторые, бывают люди, входят в продакшн и такие говорят мне, типа, я кидаю там это, кидают файлики в Telegram. Я говорю, нет, не в Telegram, давайте, пожалуйста, в Dropbox ссылочку. Да, да, вот. Они такие, ну что, ты меня будешь заставлять, там, я первый раз зашел, типа, сюда, я сейчас, а следующий раз делаю, нет, давай, пожалуйста, это дисциплина, дисциплина. На Dropbox, дай ссылочку. А то сначала там... Один не бросил туда, второй потом не бросил туда, потом менеджер начинает пересылать сообщение от клиента просто в чатике. Этому и все, да? и мы приходим к тому, что к чему ну, все не любят. Да, да, да. Бардак, никто ничего не знает, все ищешь по каким-то телеграм-каналам, где-то там. Да, да, которые информация. Типа по проекты группы. Все, а это же получается ресурс, ты как бы человек тратит свое время, он должен рисовать сидеть, а он тратит свое время на поиск информации. То есть, по сути, ты ему плачешь за то, что накосячил сам. Ну, то есть, ты не сохранил информацию, где надо. Он и тратит свое время, тратит свои мозговые ресурсы, а ты ему за это деньги платишь. Ну вот,
Как ну бы, да, тут все-таки да, больше производительности. Конечно, конечно. Это как бы в этих книжках умных, которые вот по производительности называются мыслитопливо. У каждого есть объем мыслитоплива в день, который он может потратить. Так вот, он должен его тратить на креатив и дизайн, а не на поиск... Ну да, да, на рутинные задачи, которые... Да, типа... да, которые можно было решить одним, там, двумя строчками текста, написать, что ты берешь вот данные отсюда и кладешь их сюда. То есть, условно так. И еще наши ребята все любят эти вопросы. Что касается, типа, как попасть к кавалерам, что нужно, какими навыками нужно обладать, чтобы попасть с кавалерами, сколько могут получать рядовой кавалер, там, не знаю, сколько там может, не знаю, прийти за проект, если там не секретно какие-то можно цифры разглашать. В общем, наши ребята после интервью обычно пишут тем, с кем мы общаемся, потому что им симпатизируют работы, либо же они сами работают в этом. Вот, что должен уметь молодой, чтобы к вам попасть? Ну или там условно начинающий кавалер, вот так. Типа, возможно, он уже в графике что-то умеет, знает, типа не прям там, но хочет с вами поработать. Ну, нам получается, что нам комфортнее всего обычно работать с людьми, которые уже имеют опыт на фрилансе. Которые... А, то есть они уже умеют общаться с заказчиками, либо с агентствами? Скорее, знаешь, тут такой момент, что... Просто у человека есть уже отработанный свой рабочий день, то есть он понимает, что такое работа на фрилансе, что это не просто, типа, ты теперь дома ничего не делаешь, а то, что ты работаешь дома, что у тебя есть график, что ты его выполняешь, ну, ответственность. Потом это, условно, сейчас у нас основной пайплайн Cinema Redshift Houdini. Ребята, Houdini, запоминаем, Redshift. На Houdini мы пытаемся теперь везде вставать, потому что это также история, когда ты думаешь, блин, дофига я буду Houdini трогать, возьму все в Cinema и сделаю, например. Ну, да, а потом мучаешься три дня, оказывается, что там ничего, сцена не грузится, ничего, заходишь в Houdini, там все это за 4 часа сделал, там условно нанял какого-нибудь консультанта, который тебе помог, потому что, в принципе, сейчас по Houdini можно нанять людей, таких, именно техnarей, которые тебе задачу решат любую, и ты просто перенесешь. А ты уже себе. Визуал будешь уже сам накручивать. Ну да, да, да. Вот, и что еще? Очень человек должен любить пайплайн. Серьезно, у нас все любят пайплайн. То есть все строго, четко, жестко, типа и... Ну, в общем, да, чтобы оставалось больше времени на творчество. А, ну все, ребята, вот такой вот секрет, как можно попасть к кавалерам. Вы просто делаете все четко и вовремя, и с правильным неймингом. Да, ну и плюс еще можно, конечно, по деньгам там... Какие бонусы, не знаю, обычно вот мы всегда говорим, что дизайнер может получать от 50 там, 60 тысяч рублей, затем middle может получать там 80-90, generalist может там 120-130 получать. Ну это вот там средние расценки по Москве там и в принципе в нашей индустрии, ну именно в рублях. Или там есть какие-то daily rate, то есть, ну, типа, с каждым человеком может договориться, и специалист каждый разный. Вот, просто, чтобы человек такой понимал, ага, если я пойду кавалером, сделаю им две сцены, я там получу свои 40 тысяч. Знаешь, что такое дело? Получается, что как раз вопрос про оплату. Сейчас я понимаю, что выгоднее работать все-таки по day rate, точнее, по месячному рейту, даже с фрилансерами, потому что... Это ты никогда не знаешь, как обернется проект, может, он задержится, да, например, на неделю, условно, и ты сразу понимаешь примерно, сколько ты должен человеку заплатить будешь за эту неделю, решается вопрос допкостами. Вот, плюс ты никогда заранее не можешь предусмотреть всего, что нужно сделать. То есть у тебя, например, есть там 10 сцен, ты думаешь, ага, сейчас я эти две сцены отдам этому, раскидаю, оказывается, что там еще 4 сцены, ну, там, алло, слушай, может, это еще одну? Еще там сценку доделаешь. А так ты просто примерно говоришь человеку, что вот у нас есть ролик, вас там 3 человека будет, мы примерно раскидаем, чтобы вы не сгорели. И цена такая-то. Вот. И он такой, в основном все соглашаются. Да, по ценникам примерно, как ты назвал. Да. 2D-анимация — это 50-60, там какое-то более что-то среднее. Это уже около там, 60-100, и генералист это 120-130, наверное, так и есть. Ну, ребята, пожалуйста, выходите на фриланс и просто заменяйте себе студию, получая жирные заказы.
Теперь я хочу немножко, ну, мы поняли, как вам, типа, можно попасть, что нужно делать. Стиль, откуда взялся этот стиль? Стекло, шурехи, инфографика, на кого вы ориентировались? Какие ваши кумиры? Может быть, у арт-директора был какой-то опыт работы там, с иностранными заказчиками? Возможно, у тебя лично, как основателя, был какой-то вот сразу задел, типа, вот мы будем делать вот определенный вот такой стиль там. Чисто там лайв-бродкаст или вот которые такие штуки, вот. Можешь студии назвать, на которые вы ориентировались, там российские, зарубежные? Да. На самом деле у нас шурешек-то не так много. У нас... Ну, я просто как бы образно говорю. Ну, почему инфографика вообще изначально? Потому что я, считай, с 2013 года работал только в бродкасте и инфографике. Я далеко не уходил, поэтому приходить к этому оказалось легко. Вот. Тогда откуда взялись вот эти вторые, типа, жирнючие 3D-хи с гигантскими пролетами, это уже... Ну, это просто, это по сути, это все равно инфографика, просто более стеклянная, более жирная. Но вообще... Более продаваемая. Да, но вообще, как бы, на самом деле, такая стеклянная инфографика сейчас, она вообще не заходит обычно. Да? Ну, то есть, да, у нас все ролики... Все последние ролики, они без стекла, практически без шурешек. То есть еще начиная с прошлого года, когда мы сделали TR-инжиниринг для Меркатора, там был просто черный, черный материал условно с контровым светом и с красными акцентами. И к нам приходили люди именно вот за этим роликом. То есть мы типа, хотим так же, но светло. Хотим вот так же, только... Поменяйте мне цвет просто, покрутите хью. Условно то, что... Спокойно, лаконично, без лишней мишуры, просто красиво, стильно рассказать о продукте. О нашем, да. Понятно и красиво, да, сразу, ну, две вещи. Особенно вот тут с интегралом в Латвии они сказали, типа, мы прям не хотим ассоциироваться со стеклом, со всем этим, весь материал у нас должен быть soft-touch. Ну, то есть такой мягенький, аккуратненький. И все, потом следующие все, вот кто приходит, все примерно так же. То есть вы, типа, сделали вот эту базу жирнючих роликов, и люди такие, о, ну, это мое. Да, да, они приходят прям за ними, вот. Мы делаем разное, мы делаем и бродкаст, мы делаем и стандартный бродкаст классический, вот с этими пролетами. Да-да-да, крутящий. Вот, но, во-первых, у нас каналы закончились, кому это надо. Ну да, сейчас такое время. Форумов нет, на которые можно делать. В-третьих, это как бы никому и не нужно уже. Ну, то есть все же... Уже отжил, думаешь? Знаешь, это как, когда мы еще работали на телеке, это было года 3 назад, наверное. Там уже тогда уже отказывались, это уже стекло ради стекла и 3D ради 3D, тогда уже все на это начинали говорить, что нам этого не надо. Даже на России уже начинали говорить. Которые любят до сих пор, да, вот эти заставочки новостные. И по сути там с того момента, мне кажется, только студия поменялась в сетях, а так заставки те же самые остались. Это вот еще три года назад, наверное, они делали. Когда вот появился вот этот последний эпогей вот этого стекла, это был у «Вести недели», это было этот, мне кажется, вот это... Звезда смерти такая. Да-да, где... Мне кажется, после этого больше ничего... 80 слоев этих. И не сделали, да, такого. Остался только шурешками у нас сейчас остался, мне кажется, кто хорошо делает это луп. Да, вот у них последний ролик, где очень много покадровый какой-то был, добавлял, там Никита Шаповалов работал, ну, если вдруг знаешь. Это ты имеешь в виду про Amazon? Да, вот последний. Я думаю, что я скорее имел в виду про поезда, То есть у них много, а все остальные шурешки это долго, дорого и абсолютно бесполезно, по сути, если ты не умеешь с ними работать. Визуальный мусор, что-то там красивенько, что-то где-то... Ну, как бы сейчас все отошли от этого уже. Хорошо, тогда такой вопрос. Если ты, это сейчас говоришь, что и по рынку такая ситуация идет, в чем сейчас будущий дизайн? Что сейчас стоит учить, что стоит прокачать? В какой стиль стоит врываться сейчас молодым ребятам, которые, вот, допустим, сколько ты говорил, 3 года назад, получается, шурешки отжили, новостные стекляшки отжили. Сейчас вот год человек занимается, он там джуниор, скоро мидлом станет. Что ему стоит прокачать больше, в какой ему стиль лучше окунуться, посмотреть, потому что молодые же ребята еще могут себя искать, то есть они там 2D-шку поделали, там персонажку, что-то там еще, вот куда, может быть, стоит им посмотреть, обратить внимание, вдруг понравится? Мы не работаем практически с персонажкой и не работаем практически с 2D-шкой, поэтому я не знаю, какие там тренды, но по 3D... Тогда свое видение. По 3D, тут, смотри, такая ситуация, что очень сложно угадать, потому что, например, есть вот сейчас модный стиль Microsoft Design, да, условно. Да, трендриловские вот эти вот штучки. Ну, там и трендрил, там многие студии. И о них еще никто, получается,
даже, мне кажется, они только начали заниматься вот этими роликами, ну, прокачивать свой комьюнити. В этом году, да, в этом году, в феврале. До этого как бы никто об этом не знал. Я думаю, что и сейчас уже как бы столько всего наделали для Инстаграма, для всего одинакового вот этого тенриловского дизайна, что это уже как бы в эту сторону уже смысла идти как не сильно много. Я к тому, что тренды меняются очень быстро, поэтому я топлю за то, что надо прокачивать просто композицию цвет-цвет. А все, ну, если ты очень любишь, например, программирование и все остальное, то, конечно, Гудини. А все остальное у тебя будет, ну, то есть сейчас очень просто открыть Cinema, научиться за условно полтора месяца делать, ставить цвет, цвет, если ты понимаешь смысл, как это ставить, вообще суть, как надо поставить контровой, как поставить там заливающие вот эти все истории. И материал ты накидываешь, у тебя картинка получается через, ну, там, через 30 секунд, да? Через год, когда там выйдут уже 3080, там еще через год выйдут 4080, да. Я думаю, что вообще уже граница между реал-тайм графикой и простой графикой, ну, максимально. То есть ты думаешь, движки, вот Unreal, Realtime, вот эти вот все, ну, U-Render, которые они сейчас Я не думаю, что они заменят, потому что в Unreal слишком много ограничений, не в плане картинки, а в плане подготовки к работе. А у тебя был, да, опыт с Unreal связанный? Вы залазили в эти все дебри? Да, мы там в них. До сих пор? Да, мы в них, мы сейчас готовим проект. Но сейчас это потом. Ну да, 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 насчет дизайна. А так, по факту, лучше вот прямо начинать с базы эти... опыт набираться именно цвет, в цвет, композиция, да, и все остальное. Трики там, motion дизайна и, в принципе, дизайна. А ничего не понимал. Если раньше тебе нужно было просто очень много времени, ты своего времени тратил на то, чтобы просто научиться где-то найти. Ну, да, да, там, когда я начинал, там был только Крамер, вообще никого больше не было. Да, видеокопайло, Андрюха. Вот, потом появилась Горилла, а сейчас появился, что, любой вопрос ты можешь найти ответ в Ютубе за там 10 минут, условно. Да, да, да. Такой общий ответ. Ну так. Да, и потом уже здесь самому разбираться, конечно. Вот, да. И плюс, как бы, молодое поколение, мне кажется, оно намного, ну, так как оно живет в этом изначально там, и они быстрее разбираются в технических тонкостях, поэтому делать акцент на технику, именно на техническую часть, мне кажется, уже не нужно, только на творческую. Ну, то есть, типа, навыки рисования как были олдовыми, крутыми, они так и остаются, да, типа, да, они в любом да, тебе да. пригодятся. Да. Вот, так и быстрее. Ты еще плюс в том, что когда ты можешь накидать что-то от руки, это как, знаешь, как, ну, условно, как кино рисует. Сначала там идея, потом раскадровка, потом цветная раскадровка и все остальное. Это все экономит время. И получается, что так же, у тебя есть идея, ты накидал от руки, даже тот же бродкаст, ты накидал от руки, ты уже видишь, как это будет смотреться композиционно, ну, да, какие элементы, по свету. Да. Ты сэкономил время, ты просто сэкономил 3 часа своего моделинга, там, выставления света и все остальное. Все у тебя там за 15 минут, у тебя готовая идея, ты ее просто берешь и повторяешь. Да, да, и можно уже показывать и спокойно продавать. А технические части, они решаются довольно быстро. Ну и еще можно повторять эти знаменитых каких-нибудь... Ну давай, давай, да, назовем тогда уже, чтобы... Да, там же Microsoft Design, просто берешь, смотришь, как там сделано, берешь, повторяешь и все. И если, ну, и понимаешь примерно, как они ставят свет. То есть свет у тебя прям основная такая тема? А он решает вообще, мне кажется, половину всех задач. А, то это кубик можно так отрендерить с любым светом, типа, если не умеешь, то все... Можешь, нет. Знаешь, есть такой старый тутор от Красавина, где он кубик рендерил. Так. Не видел? Который фрагментирован, который? Так, да, там фрагментирован, да. Там стекло, этот, все, свет поставил, HDRI-ку поставил, два лайта. Еще, да, я понял про какой-то. Да. Ссылка будет, ребята, в описании, не волнуйтесь, мы все добавим, о чем мы говорим. Вот, ничего не поменялось, в принципе. Спустя там сколько, 3 года ему, или сколько, 2 года этому ролику, или 3? Да мне кажется, ему лет 7. А, и настолько? Он, да, он очень странный, потому что он, мне кажется, да. Он уже, да, покрылся мхом. Вот, поэтому, ну, как бы, свет — это самое главное. Все, отлично. А что ты делал для изучения света? То есть зачастую, когда я задавал эти вопросы тому же Дане Русанову, который сейчас уже очень сильно прокачался в рисовании, он мне говорил, поизучай просто студийный свет. Ну, то есть вот фотостудию приходят просто люди, ставят гигантские лампы, ставят там прожекторы, ставят... В общем, просто поизучайте, типа, цветовые схемы, живые, ну, настоящие источники света. Я посмотрел в интернете, как это делается, сходил на студии на фотосъемки, типа, примерно понял. В Синке работает немножко по-другому. То есть ты вроде бы ставишь то же самое, где-то температура не та, угол не тот, и ты уже начинаешь потом изображать. Как это было у тебя, раз свет для тебя такая животрепещущая? Тема. Да я, честно говоря, не помню уже, потому что мы это делали, в основном делали же бродкасты
там 3D-реконструкции всякие на телеке. Поэтому там выставляли свет, ну, если прям хочется базово сделать, просто две лампы ставишь, там одна сторона синяя, другую голубую, один контровой. С одной стороны синяя, желтая и контровой, и все нормально. То есть, в принципе, будет работать. Главное, там, чтобы не было пересветов. Ну, это такая тема, мне кажется, что я не специалист именно в, как бы, я понимаю, когда свет красиво стоит. Но ты можешь сказать, чувак, классно, типа, да, а вот это а не вот работает. Это... Так себе, да. Переделай. Мы коснулись чуть-чуть буквально темы Unreal, движков и будущего. Угу. Сейчас у вас, говорится, есть какой-то проект, ну, либо в работе, либо да, уже да. там в продакшене, в каком-то стадии. Unreal, Unity, либо же еще какие-то штуковины, что вас подвигло все-таки погрузиться в эти штуки? Или, возможно, условия рынка вас туда затолкнули? Как вы решились на такое будущее? Ну, сейчас это называется будущим. Ну, там получилось так, что... Мы взяли один проект большой для, блин, там НДА, поэтому просто взяли большой какой-то проект. Какой-то, да, какой-то большой проект. Какой-то большой проект, и там надо было много работать с Unity. Вот. Ага. И мы как бы решили, ну почему нет? У нас были хорошие специалисты по Houdini, по Unity и хорошие типа программисты. Как раз связка, как будто бы геймдев-специалист какой-то, да, который и движок шарит, и... Ну, это новый, как бы, с нами, который работает сейчас, может быть, я не знаю, там, Коля Сосна, там, вот такой с опытом парень, и вот у него есть, была и связка и Unreal, и Houdini, и Cinema, и мы примерно вот с ним, там, с Антоном Хайковым сделали одну презентацию большую, которая еще не выйдет, наверное, год. Вот. Это потому что НДА такое? Или... Да, там долго НДА. Вот. И это был наш первый условно проект, студийный проект для Unity. А в Unreal я смотрел еще в сторону, не знаю, 2015 года. Там даже не сначала не Unreal, там был еще CryEngine 3. Ну, вот они вот потом, эти, да, все, выпиливали. Мы что-то пытались, но как-то не заходило. И в нашей сфере оно как-то не актуально. А сейчас, вот в связи с ростом пандемии, там вот с этими, все хотят виртуальной студии, все хотят оформления, и мы как бы выходим на этот рынок тоже. Ну, то есть вы понимаете, что типа без этого мы уже не сможем дальше? Или такие, возможно, мы это будем использовать, но типа постольку-поскольку? Ну, знаешь как, тут как есть... Не получится так, что типа через год я опять с тобой встречаюсь и говорю, что, как мы говорили? Да мы уже в геймдеве, мы уже игры делаем, типа нам эти бродкасты ваши, типа ролики, мы настолько погрузились, типа... Геймдев — это совершенно другая, конечно, история. Ну, я, да, образно говорю, типа, что вы настолько движок, типа, изучили, что... Нет, не получится, потому что, как минимум, в Unreal очень тяжело делать блюренное стекло и вообще все, что со стеклом. Базовая такая, да, типа вас наталкивает. Плюс камера сложно ставить, ну и все остальное. То есть я просто смотрел, например, то, что делают ролики в Unreal, да, вот синематики, и там работы, ну, раз в 6 больше, чем когда ты делаешь в той же Cinema. Ну да, там. Просто на рендер поставил и ушел спать. Да, да, да. А там это оптимизация, вот все вот эти вот вещи. Ну, реал-тайм он, да, в основном он фейковый. Ну, вот, поэтому мы пытались как бы перенести сейчас качество, ну, например, Cinema в Unreal. И оно, конечно, не такое еще. Там надо пилить. Слишком много, да, надо этих тюнячек делать. Да, да. То есть там, ну, очень много постпроцессинга, плюс даже, который, когда ты делаешь, ну, постпродакшн рендера, да, его очень сложно делать с Unreal. И в Unreal там все такое плоское, ну, оно красиво смотрится на демках. Ну, это как обычно, да. Да, когда ты начинаешь это все делать, ты понимаешь, что там работы прям... очень много, и это экономически невыгодно. Но, с другой стороны, я понимаю, что сейчас выйдет 3080, выйдет 4080 там, через год, и все поменяется. То есть будет там в 16 раз быстрее все рендерится. Да, и полностью все на видюхе висит. Да, что они там в пятом накрутят, ну, кто знает, в этом, в Unreal в пятом, я имею в виду. Ну, да-да-да, про вот, весь. Если они смогут сделать реал-тайм стекло, то там это уже будет шаг вперед. Ну, то есть все-таки надо подучить Unreal, это типа сейчас это уже... Слушай, я так посмотрел, ну, там, пообсудили, ничего сложного в этом нет. Ну, то есть типа, там захочешь... Там такой комьюнити, там они так продвигают себя, что да, что там ты быстро заходишь, изучаешь. По сути, если ты открываешь Unreal, если ты работал в Cinema там, или в Houdini, ты уже знаешь, как там работать. То есть там ничего другого нет. Ну, то есть там те же кубик, та же сфера, камера. Да, сфера эти, как их зовут, материалы нодовые.
ну и так далее. Есть, конечно, свои нюансы, там, анимация через блюпринты и вот это все остальное, но по сути, как бы, структура, ну, это 3D-пакет. Да, да. Короче, разберешься. Да, 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 если очень хочется. Ты упомянул, что у вас в плане сейчас Cinema, Гудини получается, ну, АЕ, там, нюк для композа, если что. Без нюка. Хорошо, АЕ. Сейчас очень много бабок вливается в Blender, и вокруг меня появилось очень много последователей Blender. Плюс у них там тоже реалтаймовый какой-то якобы движок, Иви, плюс они туда еще запихивают типа пробник Октана или настоящая даже полная версия Октана, но с ограничениями с какими-то. Встречал ли ты ребят, которые, ну, допустим, к тебе также приходят и говорят, типа, я в блендере работаю, типа, мне, типа, синька не важна, типа, я могу спокойно все в блендере сделать. Встречались у тебя такие специалисты-блендерщики, которые, типа, сейчас уже, раньше мы их как бы, ну, в комьюнити, потому что софт бесплатный, типа, ребята все хвастаются, и любой рендер из блендера, всегда блендерасты пишутся, типа, это в блендере сделано, true блендер, 100%. А сейчас с ними уже считаются, потому что очень много денег влили в блендер, плюс NVIDIA от Unreal Epic тоже вливают в них бабки. Как ты на это смотришь? Приходят ли тебе люди, которые, типа, говорят, типа, да я это все сейчас порешаю в блендере, и они реально это делают? Ни разу не было такого. Реально? То есть, может быть, потому что, когда я ищу людей, мы ищем именно, ну, прописываем, что у нас в пайплайне Cinema. А, то есть они автоматом, типа, отсеиваются. Ну да, а смысл, то есть, получается, понимаешь, что если тебе любой человек, который делает в блендере, надо под него строить весь пайплайн. То есть он не может не передать сцену никому. Мы, например, если он куда-нибудь пропадет, мы не можем взять его сцену и поправить в ней что-то. Потому что блендер там... Ну, у нас нет специалистов в блендере, поэтому мы туда и не смотрим. И пока смысла-то особо я и не вижу. Ну, то есть он как бы хорош, когда у тебя весь пайплайн построен. Может быть, там в нем хороший моделинг, может, там удобно делать там кости, скелеты там. Вот там, еще... да, все его хвалят, вот, я тоже. Ну, как бы в рабочем пайплайне у нас пока нет. Понимаешь, ну, с другой стороны, еще там... 7 лет назад и все говорили только Макс, а Cinema было так игрушечки, как бы. Ну, я помню еще в этой, в книжке, супер знаменитой самой книжке Ципцина, «Понимая Майя», он там глумился, что есть гудинщики, которых никто никогда не видел, и, короче, Cinema, но это я вообще рассматривать не буду, типа фигня, короче. Ну. Вот, ну, в итоге прошло сколько это, когда он написал, 10 лет назад? Да, а уже больше, наверное. Ну вот, ну прошло уже 10 лет, Cinema является уже отраслевым стандартом, вот. Майя уже как бы, ну только осталось только для... Анимации, персонажка, Риги, Кости. Да, для фильмов. В моушн-дизайне это только Cinema, и, ну и в инфографике тоже. И Макс, ну на Максе сидят алды. Кстати, насчет Макса у меня тоже, все, кого я не спрашивал, ну в принципе, вот кто занимается графикой, они все начинали с 3D Max, у них были вот эти книжки, там диски, где они на рынке покупали, типа, о, классная картинка, 3D модели. Макс остается до сих пор стандартом индустрии, хотя там мохнатый движок, который, я не знаю, в каком году они его там изобрели, они его пытаются как-то оживить, там у них есть T-Flow офигенный какой-то плагин, что-то такое там, который всю динамику типа вытаскивает в Максе. Остается Макс отраслевым стандартом только в плане моделинга помещений, архитектурки или, по-моему, даже только внутренних помещений. Типа, сейчас столько народу там сидит, и вот кого не спрашивал, мне говорят, я в Максе работаю. Я говорю, что ты там делаешь? Типа, так я вот делаю кухни, ванны. Ну, когда я уходил с телека, это было 3 года назад, по-моему, я не помню, честно говоря, наверное, 3. Мы все делали в Максе. То есть мы ничего не делали. То есть от моделинга до финала вы... Все. Да, да, у нас Макс, V-Ray, ну, свободно, да. То есть все крутилось, вертелось. Октан там еще пытались, но он постоянно все портит. То есть у вас были попытки все-таки работать в Октане? Да, у нас стоял сервер, мы пытались, мы каждый проект хотели, вот сейчас мы сделаем его в Октане. Ну вроде, ну, начинаешь делать. Все красиво, хорошо. Ну, там пасы как-то выгонялись коряво, какой-то там, ну, короче, постоянно какие-то проблемы возникали с ним. Но картинка хорошая. Но картинка хорошая для стилов, да, ты картинку выдаешь, как бы свет, лампу поставил, у тебя красиво, а потом что с этим делать, непонятно. Вот, поэтому, да, потом, когда вышел Redshift, по моему мнению, это просто взяли V-Ray и сделали из него рендер для Cinema нормальный, потому что V-Ray в свое время профукал этот момент. Ну вот. Да, у них был такой момент. Да, а так он очень похож. Там даже вот в первых редшифтах там прям была структура. Иногда даже подписи V-Ray оставляли. Логика была такая же, да, как у V-Ray.
Ну, все, мы сейчас живем в эру того, что ретвит побеждает. Хотя очень много адептов Октанчиков, они в основном инстаграмщики. Ну да, да, да. Я заметил. Потому что ты, говорю, ты сделал что-то там, просто что-нибудь вообще. Два материала накинул, две лампы поставил, типа, все, у тебя креатив, ты можешь закинуть его в этот. И вот сейчас тоже как раз-таки, раз мы затронули Цыпсона, ты прям как будто бы читал, что я тебе скинул. Раз мы затронули Цыпсона и тему нейросетей. Ага. Вот. У Маслова был интересный проект «Триптих». Он там использовал кусок, ну, для секвенцию, обработал через нейросеть, прогнал, чтобы получить нужный результат. Встречались ли у вас опыт работы с нейросетями? Может быть, там не дипфейки делать какие-нибудь, а нойс убирать лишний. Типа, если проект у вас там по 5 минут идут, понятно, типа, что вы ставите там low сэмплы, чтобы это по-быстрому все считать, а потом там как-то нет видео исправляете, либо там используете опресс нейросети. Ну, был какой-то опыт работы с нейросетями? У нас был. Мы пытались дипфейк сделать один для оживления одного умершего этого старого певца, чтобы он вышел и спел на сцене. Вот, но как-то не пошло. Там получилось очень долго все. И как-то не помню, чем закончился проект. Но в итоге он не спел. Именно с нейросетями я, может быть, только эти картинки пикселизованные которые, в интернете, типа. И все. Больше я как бы ничего не использовал. Как бы не было задач, подзадач. Ну вот, просто я, да, недавно я общался как раз-таки с человеком, который многое с нейросетями проводит. Он рассказывал мне, что есть уже агрегаторы нейросетей, которые помогают тебе, закидываешь картинку, он ее сам типа апрезит, убирает шум, сразу выводит в нужном типа формате, как не надо типа разрешение делать. Прекрасно, я вообще тут только за. Я обожаю нейросети, я считаю, что чем меньше будет дурацкого ручного труда, тем лучше. То есть ты думаешь, все-таки ты по стопам Цыпсона идешь, да, что нейросети нас заменят просто? Я считаю, что вот хорошо бы чтобы ты взял, нарисовал картинку, закинула в сканер, она тебе в синеме сделала сцену. Ну, то есть посмотрела, типа, вот тут у тебя свет так стоит, поэтому лампа сюда, ну, и все остальное. То есть она закинула, а ты ее подправил, и все. Главная проблема нейросетей, как я понимаю, в том, что ты не знаешь, какой она результат тебе выдаст. То есть ты ее запикиваешь туда, и она что-то выдает такое, как бы, которое ты не можешь контролировать. И считается красивым, да. Ну, если бы это можно было еще контролировать, цены бы не было. А так пока у нас, видишь, у нас очень мало таких работ, их даже, мне кажется, вообще нет, где чистый креатив, чистые образы какие-то. Ну, абстракция. Да, абстракции нету, все предельно конкретно. Вот, что... Да, тут стоит стул, тут стоит КамАЗ, и это все должно... Да, должно быть так, да. Вот, поэтому, как бы, к сожалению, с нейросетями не сложилось. Хотя я, как бы... Были, да, у тебя побыть? Ну, я посмотрел. Я читал книжки, да, машинобучение, вот об этом, как это работает вообще. Ничего не понял, но... Очень интересно. Очень интересно было, ничего не понял, да, понял, что это за этим будущее. Мы уже много поговорили о разных интересных вещах, и в первую очередь я еще хотел спросить, студия онлайн, и недавно я помогал Илье Капустину с организацией стрима, когда он просто сидел, решил там собрать человек 20, вот, но с помощью CG Magazine к нему пришло там 200 человек на стрим, вот он рассказывал, что он вообще работает из Ростова-на-Дону. Ну да. Вот, то есть это география у вас не ограничивается типа Москвой, понятно, что ты как продюсер можешь перемещаться там в Ригу, еще куда-то летать по основным проектам, но у вас же ребята, получается, помимо Москвы еще где-то обитают. Сколько у вас, вот людей мы уже говорили, а где география, кавалер? То есть, ну, насколько вы расстреляли, может, у вас кто-то еще зарубежный есть, шпион? Не, у нас есть зарубежный. Но, по сути, получается, у нас в Москве 3 или 4 человека, остальные по России и по ближнему зарубежью. То есть это по России это Петрозаводск, вот Илюха Ростов. Потом у нас Казахстан, Алма-Ата. Наш менеджер у нас Харькова. Ничего себе, так у вас не ограничивается Россия, да, у вас? Питер, прям, конечно же. Вот. Были еще, ну, то есть мы там работали с ребятами из Парижа. Вот. Казань, конечно, Казань 2D отдел наш в Казани. То есть у вас сколько? Плюс 6 часов? Сколько? Ну, единственное, что вот с Казахстаном сложно работать. Вот, это же... Ну и то, как бы там... Почему сложно? Нет, еще есть... Потому что они на казахском разговаривают. Нет. То есть ты с утра встаешь в 11 утра, а у тебя уже результат? Да, а у тебя уже результат.
Они уже поработали. То есть это ты для себя так специально типа подбирал? Да нет, просто человек хороший. То есть география сложилась, как она сложилась, это да. Ребята просто типа никуда не выезжали, и они пришли к кавалеру. Да. Ну это как в этом, у нас в Казахстане это Олег Морозов, мы с ним сотрудничаем часто, вот, давно уже. Получается, да, там получается, что у него плюс, по-моему, 6 часов, что ли, что-то такое. Ну 5. Вот это, ну я так понял, что для человека, кто работает вне Москвы, это уже типа у него свой график, и он уже понимает, как типа сами работают, у него просто свой режим, как, ну, эти, да. как на заводе, типа я пришел, вот, во столько-то я заводился, и вот у него то же самое, там, ночные смены. Не то чтобы прям на заводе, но условно, ну типа жесткие у него там ограничения, потому что он понимает, типа что в Москве уже столько времени, мне надо подсуетиться. И плюс это, конечно, очень сильно помогает нам... с набором спецов. Ну, то есть нам не нужно ориентироваться на то... То есть, например, я знаю случаи, когда специалистов приходилось привозить в Москву, и ну, ты... Садить за стол, за проект. Да, и ты как бы... Ну, то есть, когда студии... Нужны люди в студию, а в Москве их закончились, например. Вот. И нужно кого-то пригласить. То есть ты вызваниваешь, вот там месяц пытаешься с ним договориться, а он там, ладно, уговаривает тебя, приезжает в Москву, ты ему снимаешь квартиру, условно. Ну, да. И либо ты ему должен дать зарплату, которую покроет его расходы. Ну, большие. Ну, да, А Москва — это 40 тысяч на квартиру, 20 тысяч на еду, вот тебе половина зарплаты твоей, ты сильный журналист, и она и ушла. Вот. А поэтому намного выгоднее ребятам работать в провинции. Для них там это деньжище, конечно. Ну, да. Сейчас вы как-то ищете кого-то, не ищете, локации выбирать, не выбирать, то есть Москва, не Москва, то есть где ты можешь работать, неважно, это я уже понял. Кого вы еще ищете, кто вам еще нужен, если у вас вдруг есть такая необходимость, потому что как молодым ребятам попасть мы поговорили, а может быть еще? У нас есть потребность, и она потребность, ну, наверное, постоянная. Во-первых, ну, в хороших, крепких генералистах. Так. Вот, чтобы закрывать все тылы. 3D-дженералист, да. Да, который... 3D, да, ну, про пайплайн мы уже говорили. Uh-huh. И очень большая проблема, как бы, мне кажется, это боль, это адекватных продюсеров, менеджеров и супервайзеров. CG-супервайзеры, и съемки, и не съемки, и по пайплайну, чтобы все контролировали. Ну, как бы тут понятно, что найти чтец и жнец на дуде игре сложно. Да, тяжеловато. В первую очередь для кавалеров мы ищем, конечно, чтобы это были CG-специалисты. И желательно, чтобы там, если говорить про менеджера, чтобы он хотя бы что-нибудь понимал в 3D. И на продюсеров, конечно, это уже, если мы говорим про продюсеров, то это кто-то, кто имеет чувство вкуса, чувство прекрасного и умеет общаться с клиентами. То есть не просто Ctrl-C, правки отдал. И... Это вообще смертный грех. То есть у нас первое, когда у меня есть памятка для менеджеров, и там есть 7 пунктов. Вот. Это прям как эти, как заветы, ты Измаил. И если ты пересылаешь правки от клиента, то мы с тобой прощаемся. И так мы попрощались уже, ну, с лета 3 менеджера. Ну, то есть они прошли суровый опыт кавалеров и поняли, как... Прошли мимо. Они поняли, как, типа, работать. Ну да, но смысл, я не понимаю просто вот этой фишки, когда ты позиционируешь себя как менеджер, ты говоришь, что я могу контролировать, а весь твой контроль заключается только в том, что ты в один чат пишешь, где же, ну там, от специалиста, нужно материал. А клиенту пишет, да, мы все сделаем. То есть мы все сделаем. Двухкнопочный такой продюсер. Ну да, по сути, вот если кто-нибудь создаст нейросеть, которая может заменить такого менеджера, то чат-бот, условно. Ты одним написал окей, всем пишешь, здравствуйте, окей, вторым пишешь, ну где проект, где результат? Это прям чат-бот-продюсер, это стартап-идея. Зря мы это записали, ребята. Вот, и к сожалению, большинство таких. Причем просят хорошие деньги за свои... Ну да, это управленцы обычно много просят. А ничего, к сожалению, именно вот не хотят даже пайплан соблюдать. То есть если менеджер не хочет соблюдать пайплан, его не будет соблюдать никто. Да, потому что у него вся команда будет... Да, он же должен контролировать, чтобы они это делали. И поэтому проблема, да. То есть сейчас для кавалеров спокойно открыт вход для 3D-дженералистов, менеджеров и супервайзеров, получается. Ну, понимаешь, вот это менеджер, супервайзер, продюсер — это очень часто просто перетекающая роль друг в друга. То есть Больше ищем
менеджеры или там больше ищем продюсера, больше ищем управленца? Как вот? Просто... Я думаю, что больше мы ищем хорошего управленца, который понимает в графике, да, который может взять часть задач по управлению именно. То есть человек должен понимать график, но он не должен просто, не хочется обучать человека с нуля и при этом платить ему еще деньги. Ну да, понятно. Да. Хочется, чтобы он как-то работал и отбивал те бабки, которые он платит. Да. Еще один вопрос, наверное, под финал уже, чтобы это все. Какие сейчас у вас в работе проекты, над чем вы работаете, или про это нельзя говорить, но ты можешь там какую-то инсайдерскую информацию рассказать. Что скоро у вас выйдет на Behance, либо же там на Vimeo? В общем, что у вас будет интересного посмотреть? Ну, так как мы сейчас планируем расширяться в разные сферы, не только в инфографике, оставаться в бродкасте, то есть мы записали промо. Потом мы сделали большой фильм для Магнезита. Там тоже около 6 минут, по-моему. Мы просто не успели его еще оформить, потому что плавно перетекли в другой проект. Я думаю, что у нас выйдет тоже еще хороший ролик для IT-компании. А, ну про который нельзя говорить. Ну, пока, да. Но потом мы все узнаем. Да, да, да. То есть я думаю, что мы очень сильно обновим Reel к декабрю. Там будет больше красоты и больше разноплановых работ, чтобы мы как бы могли показать все свои возможности. Получается, ждем декабря и новых работ. А, с вами был CG Magazine. Увидимся с вами на подкастах. У нас еще будут стримы. Всегда можете посмотреть актуальные ссылочки в описании. Все, что было здесь. Всем спасибо. С вами был CG Magazine. И до новых встреч. Пока. Пока.